Владимир Зотов умер во время операции. Травмы, полученные им во время несчастного случая при проведении взрывных работ на Северной Двине у деревни Орлицы, оказались несовместимы с жизнью. Напомним, взрыв произошел 17 апреля при самопроизвольном срабатывании заряда. Тогда взрывотехник Михаил Неуступов погиб на месте, а за жизнь Владимира Зотова врачи боролись еще 7 часов.